Ростоцкий Станислав Иосифович. Родился в 22-м году. В феврале 42-го был призван в армию. Из запасной стрелковой бригады сбежал на фронт. Воевал рядовым в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе. Прошел боевой путь от Вязьмы и Смоленска до Ровно. Под Дубно был тяжело ранен. Станислав Иосифович, в 39-м году, как известно, вышел знаменитый приказ Ворошилова о том, чтобы молодых людей брали в армию не с 21 года, а с 18 лет. Так называемый Ворошиловский призыв. Так вот, 18 лет тебе исполнилось в 40-м году. Да? И ты был призван в это время в армию? Ну, если бы я был призван в это время в армию, мы бы с тобой, наверное, сегодня не беседовали. Потому что это год рождения 22-й. Всем известна эта цифра, что из мальчиков 1922 года рождения осталось в живых после войны 3%. И я честно готовился идти в армию. Я приписался, все было нормально. Я не поступал в институт вследствие этого, естественно, уже. И я явился на призыв. Но хирурги, которые вели осмотр, обнаружили у меня врожденную болезнь позвоночника. И несмотря на мое увещевание, что я нормальный, в общем, ничего я не боюсь, так сказать, меня, тем не менее, в армию не взяли. А начало войны где тебя застало? Начало войны застало меня в Москве. Угу. Потому что я в это время все-таки учился уже. Я уже, благодаря тому, что меня не взяли в армию, я поступил в ИФЛИ на искусствоведческое отделение. А что это был за день, вот 22 июня 41 года? Вот в этот день, 22 июня, я шел по площади Свердлова. Как это не смешно, тогда как раз открылись коммерческие магазины, можно было купить какие-то продукты, а мы собирались ехать на моторной лодке, что для тех времен было совершенно невозможной роскошью, из Москвы в Тарусу. Mm-hmm. Мне было поручено купить продукты. Я пошел покупать сахар. Я успел его купить, самое главное, поэтому сахар одно время у нас был. Значит, муку, там, сахар и так далее. Для похода. И речь Молотова застала меня на площади Свердлова. И вот если вспоминать эти ощущения, с одной стороны, конечно, было ощущение такого какого-то страшного события, которое произошло. Тем не менее, было какое-то ощущение «наконец-то». Что-то свершилось. Вот это было ощущение. Когда меня взяли, наконец, в армию, меня отправили, как и многих других, в такие странные места с такими странными названиями. Сурок и Суслонгер. Это Марийская АССР. Это несколько сот километров от Яшкар-Алы. Тайга самая настоящая. И там были организованы в это время запасные стрелковые бригады, которые готовили людей к фронту. То есть ты попадал в армию, попадал в этот лагерь, в этом лагере тебя за месяц быстренько обучали, обмундировывали и отправляли на фронт. То есть это были такие поставщики новых кадров на фронт. Жизнь в этих лагерях была ужасающей. Я вот когда вспоминаю войну, так мне, несмотря на все остальное, фронт кажется просто домом, не домом отдыха, естественно, но замечательным местом. А эти места мне кажутся ужасными. В землянке, в которой должно было жить 100 человек, жило 300. Стекол, конечно, в землянках не было, мороз был до 20 градусов. Значит, количество вшей я не могу перечислить. Есть не давали вообще ничего. Ну, как он выяснилось, почему не давали ничего. В одну прекрасную ночь, это было уже дней через 10, после того, как мы там мирно загибались, все появились странные люди из гражданской войны. В кожаных кожурках, с маузерами, деревянными кобурами, значит, в кожаных шапках. Все начальство лагеря было выведено перед линейкой, всех нас выстроили, всех писарей,
всех начальников штабов там и так далее. И всех на наших глазах расстреляли. Потому что все, что полагалось нам, они ели сами. Это было первое ужасающее, конечно, впечатление. Сейчас даже трудно в это поверить. А потом нас посадили в товарник и привезли на станцию Сурок. В этих лагерях было примерно то же самое, но единственное отличие было. Я никогда не забуду, когда нас вывели на переднюю линейку, а мы все в своем, домашнем, у нас никакого обмундирования не было. Вывели перед светлые очи начальства. Вышел человек в шикарной шинели, в кожаных перчатках, в прекрасной каракулевой шапке и стал нас крыть матерными словами. Что мы не солдаты, что мы, так сказать, в общем, там тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та. Ненормативная лексика была употреблена, так сказать. А ты знаешь, а самое смешное, что у нас, у меня в том числе, было такое чувство радости. Вот нас ругают, а я рад, потому что я вижу, есть власть. Есть кто-то, кто это организовывает, кто, в общем, не даст тому, чтобы, в общем, всю Россию и весь Советский Союз поставить на колени. Следующее испытание в этом лагере была еда. Кормили, был вот такой бак ржавый, на 7 человек примерно, на 8. Значит, у меня была металлическая ложка, поэтому мне вообще ничего не попадало. Я потом купил за 50 рублей деревянную ложку. Почему? В чем секрет-то? А она цепляет. Вот, вот ложкой металлической засунешь ее, а потом, пока ты несешь, с нее все стекает. Mm. А деревянную ложку ты успеваешь подцепить и вытащить, так сказать, это дело. Mm. Там была черная вода. Вот тогда я узнал, что такое чечевичная похлебка. Mm. Из чечевицы. И плавало штук 20 чечевичинок. Хлеб возили из Яшкар-Алы на открытых платформах, он замерзал, его пилили пилой. Пайка была 500 грамм, ну, естественно, доставалось не 500, а грамм там 400. И она съедалась сразу, в кармане она крошилась, она сразу съедалась. Значит, в обед иногда давали маленький кусочек тухлого мяса, если ты успеешь его. Почему-то обязательно тухлого, вот я не могу понять, почему. Хотя мороз. Да, хотя мороз. Но вот, вот так питались. Значит, однажды ночью меня вызвали в штаб. Выяснилось, что у меня по последнему месту работы было написано, что я работал в «Пионерской правде» фотокорреспондентом. То есть я умел снимать. В это время был приказ Жукова. Это я потом все узнал. Очень много бойцов нельзя было опознать. Красноармейские книжки были без фотографий. И Жуков издал приказ о том, чтобы каждый, кто уходил на фронт, должен иметь фотографию. И искали по частям людей, которые умеют это делать. И, значит, меня сделали полковым фотографом. Но это была ужасающая работа. Электричества ведь не было. Все делалось на дневном свету. А в день приходилось снимать 500 человек. И эти пленки надо было проявить, надо было напечатать на дневном свету. Для этого были придуманы всякие приспособления в виде щитов на окно землянки. Все это происходило в землянке в жуткий мороз. Значит, руки были совершенно невозможны. И вообще, это смешно сейчас говорить, но это была адская работа. Короче говоря, я оказался на очень прекрасном счету. И поэтому меня никто не собирался отправлять никуда. А я несколько раз бежал. Меня ловили. Но не расстреливали, потому что я недалеко бежал. Я писал рапорта сначала. На рапорта я получал ответ 10 суток. Ну, 10 суток ареста? Ареста, да. За то, что я подаю, что я хочу на фронт, что я прошу на фронт. Из-за того, что мне приходилось иногда ездить в ту же самую Казань, для того, чтобы купить пленку там или что-нибудь еще, нам давали иногда поручение. И мне дали такое поручение. Я должен был поймать дезертира. Потому что из этой части бывали и дезертирства, естественно. Особенно людей, которые близко жили. Вот. И я должен был доставить его в часть.
А в то время был приказ. Дезертира расстреливали перед строем в 24 часа. Без суда, так сказать, постановлением трибунала сразу. Мне не пришлось долго искать этого дезертира. Я просто пришел по его домашнему адресу, и он был дома. Это был солидный уже мужчина. У него было трое детей, которые здесь же сидели, и жена. Я увидел все это и понял, что я его не арестую. Потому что я понял, что он просто хотел еще повидать семью. Я не думаю, что он всерьез совсем собирался убежать. И я сказал ему: ты знаешь, вернись сам. Я думаю, что тебя простят в этом случае. Это будет самоволка. Ну, там, 3-4 дня, что ли. И тебя, наверное, оставят в живых. А я должен тебя отвезти, чтобы тебя расстреляли. Я не буду этого делать. Я приехал обратно, сказал, что я его не нашел. А он буквально на следующий день явился. И все сделал, как я ему сказал. Его не расстреляли. Его, естественно, отправили на фронт. Ну вот. И кончилось это в конце 43-го года. Значит, меня повышали. Я стал начальником бригадной фотографии. Значит, и жил уже даже в доме. В нормальном деревянном доме. И, в общем, наверное, я мог бы прокантоваться там до самого конца войны. Но, к счастью, опять же, к счастью, этого не случилось. В результате всех моих действий я написал своему учителю Владимиру Владимировичу Дмитриеву письмо, которое он хранил, где я написал, что я не могу больше здесь быть. Я должен быть на фронте. Описал всякие причины, почему. И он мне ответил письмом, очень грустным. Он мне написал, что: Стасик, ты ребенок, кончится война, и все забудут рано или поздно об этом. Потому что люди, которые не попали туда, куда ты стремишься, постараются, чтобы это поскорее забыли, потому что это может быть им укором. Что я, в общем, так сказать, совершаю опрометчивый шаг. Тем не менее, у меня были друзья, которые служили на фронте. И я приехал опять же в командировку в город Москву за фотоматериалами. И вместо того, чтобы вернуться обратно в часть, я умотал на фронт. Была как раз в Москве кто-то из моих друзей с машиной с фронта зачем-то приехал. Фронт был близко, это была Вязьма. Значит, и он меня туда увез. Меня дважды в жизни должны были за 24 часа расстрелять. Но вот опять же я сижу и перед тобой разговариваю, меня никто не застрелил. Первый раз это случилось вот как раз тогда, когда я сбежал на фронт. Меня нашли. Меня должны были судить за дезертирство и расстрелять. Потому что я сбежал из части. Но в данном случае полковник, сейчас я не вспомню даже фамилию, начальник СМЕРШа, при котором все это происходило, сказал: ребята, вы что, с ума сошли? Он куда сбежал-то? Он из вашей, он прибавил ненормативную лексику, части, где он спокойно мог жить, сбежал на фронт, на передовую. За что же вы его будете стрелять-то? Вы ему благодарность объявляйте. А потом еще он успел кому-то очевидно моргнуть, и принесли мое дело. Мое командировочное удостоверение, которое у них было, я им отдал это командировочное удостоверение. И в нем было написано: задержан в Москве патрулем и отправлен на фронт. А что мне уже тогда, за что мне отвечать? Меня просто
силой отправили на фронт. Я был счастлив, потому что это дело было серьезное где-то. Ну вот, таким образом я оказался в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе. Вот по-разному можно относиться к разным вещам на моей груди. Но вот есть один значок. Вот это самый дорогой значок, дороже орденов. Его выдавали только на фронте, только в гвардейской части в то время. Правда, когда я первый раз сел на лошадь, то наш командир корпуса меня увидел и сказал, что это там за баба забивает гвозди, значит, это самое, уберите ее. Значит, ну, меня быстро научили, так сказать, этому делу. Поэтому я оказался способным. Вот вся моя судьба военная дальше, она складывается опять не из такого подневольного служения, слушаюсь и так далее. Потому что, естественно, дисциплина на фронте была совсем другая. Дисциплина была товарищеская. И дисциплина была уважительная. Потому что, простите меня, но когда командир поднимает роту, предположим, в атаку, то ему полагается идти впереди, в том числе и комиссару, между прочим. А комиссару, может, даже раньше. И любой боец, который его не уважает, и который считает его трусом, и вообще негодяем, а такие тоже иногда встречались люди, он его может убить в 3 секунды. Случайно. Он будет стрелять в ту сторону. А куда он попадет, это неизвестно. Поэтому на фронте сразу выяснялось, вот, мгновенно. Трус, смелый, храбрый до безумия. Но, зная мой характер, ты понимаешь, что я попал в такую среду, где быть трусом было невозможно вообще. Я, естественно, я очень неразговорчивый человек, это заметно. Поэтому меня очень любили слушать, что-то рассказывать, травить. Поэтому у меня появились новые друзья. Где-то замечательные люди, замечательно смелые люди. И я одновременно еще, они опять же знали, что, в общем, я когда-то, может быть, буду работать в искусстве. Они знали это где-то. И мне, например, иногда даже разрешали рядовому сидеть в оперативном отделе штаба корпуса. Или в разведке, когда идет допрос немецких пленных. То есть они меня как бы помогали мне узнать. Но это не, меня все равно не спасло от того, что со мной произошло. Потому что я все равно, конечно, все время стремился на передовую. Все время стремился туда, где по-настоящему идет война. При том, что война кавалерии, конечно, в этой войне очень отличалась от войны нормальной, так сказать. Корпус уходил в тыл через прорыв в фронте и работал практически как партизаны, нарушая коммуникации, окружая тыловые какие-то части, мешая всячески. Хотя это была абсолютно регулярная армия, подчинявшаяся всем законам армии. Но вот таким образом мы, например, встретились с ковпаковцами. Я сам с ними встречался там, значит, уже на Украине. Я никогда не забуду, вот первый раз я увидел ковпаковский отряд, один из отрядов. Значит, ну, это была гражданская война. Матросы в этих пулеметных лентах, у них под седлами коврики шикарные, значит. Такая хорошая, в общем. Ну, я не хочу их обижать, потому что это замечательные люди. Банда такая. Я потом дружил с Петром Вершигорой, героем Советского Союза, написавшим книгу «Люди с чистой совестью». Значит, ну вот они как-то мимо нас провели вот таких, значит, колонну власовцев, человек 15. Мы попросили их у них, чтобы навести переправу через небольшую речку. Холодно было. Чего сами лазите? Пускай устроят это дело. Они сказали, не, мы вам не дадим. Отвели от нас там не так далеко. Я пошел посмотреть, они их всех расстреляли.
Причем это было очень страшно, потому что в одного из них, я заметил, расстегнулся этот мундир. Под ним была тельняшка, а на тельняшке была медаль за отвагу и за боевые заслуги. Я как-то со своим другом, как это ни странно, рядовой, так сказать, а у меня был друг, заместитель начальника разведки корпуса, Ваня Чередниченко. Потрясающий совершенно человек, потрясающего мужества, потрясающей храбрости. За всю войну он не снял красного башлыка и красной папахи, красный верх папахи. Причем его видно отовсюду, так сказать. Его застрелить может 5 минут. Он ходил в разведку в этом, причем он не должен был ходить в разведку. Почему я его и знал? Потому что я его не по штабу знал, а по этим делам. И однажды ночью мы скакали с ним вдвоем, и прямо под ноги лошадям бросились 2 человека. Лошади в сторону, мы еле удержались в седлах, и Ваня сгоряча, значит, своей нагайкой одного из них огрел. Значит, это были 2 власовцев, молодых ребят, в немецкой форме, которые, значит, стали говорить, что они хотят к нам. И что они убежали, так сказать, что они просят, чтобы их использовали. И Ваня оказался достаточно умным для того, чтобы не стрелять их и так далее. А он сказал, ну вот так, идите в Ровно, это было подробно, идите в Ровно и принесите обратно план всех огневых точек. Это ребята ушли и пришли, и принесли план всех огневых точек. И потом, очевидно, воевали. Другой случай был трагический. Одна из частей власовских целиком перешла на нашу сторону. А у нас был один приказ им. Кровью заслужите. Искупить кровью. Искупите кровью. И их сразу отправили в прямую в атаку. И надо сказать, я это видел. Они шли в рост. Потому что они понимали, либо жизнь, либо смерть. И сбоку вышла наша часть, которая не была предупреждена об этом. И они приняли власовцев за врагов. И они их положили. Ваня Чередниченко дошел до Праги. Не могу даже рассказывать. Его убили 16 мая 1945 года. 9 мая кончилась война. У него была любовь. Взаимная любовь. Женщины, очень красивой, санинструктора, которая меня участвовала в моем спасении. Потрясающая женщина. Война кончилась. Цветут вишни, цветут яблони. Они ехали по парку, просто гуляли. И из кустов раздался выстрел. Она даже не услышала этот выстрел, но он упал с седла. Его убило наповал. Он похоронен в Праге на Ольшанском кладбище. Убит 16 мая. Вот это тоже поразительные судьбы, когда я ему когда-то сказал, Ваня, ну почему ты такой вот храбрый, ты лезешь всюду вообще, куда тебе не надо. Он мне очень просто все объяснил, он сказал, Станислав, я кадровый военный, это огромная война, на этой войне не могут меня не убить. Так чего же мне бояться? Женя Агранович, поэт, написал во время войны такие стихи, которые, я считаю, поразительно выражают смысл жизни этого поколения. К неоткрытому полюсу мы не протопчем тропинки, не пророзим тоннелей по океанскому дну, не подарим потомкам Шекспира, Родена и Глинки, не излечим проказы, не вылетим на Луну.
Может быть, наш Ньютон всех физиков мира чудесней. Но над ним ведь не яблоки, фрицевы мины висят. Может быть, наш Рембрандт лежит на доске в медсанбате, ампутацию правой без стона перенося. Может, Костя Ракитин из всех музыкантов планеты был бы самым могучим, осколок его бы не тронь. Вилкомир и Майоров, а были такие поэты, Одиссею бы создали, если б не беглый огонь. Нас война от всего оградила горящим заслоном, и в кольце этих лет, так какая горит молодежь, но не дну мой сверстник, что так уж не повезло нам. В эти узкие даты не втиснешь нас и не запрешь. Человечество будет гордиться моим поколением, потому что мы сделали то, что мы были должны. Перед памятью нашей будут вставать на колени Исцелитель проказы и покоритель Луны.